Коллеги, главный тренер Салавата Томми Ламса. Мистер Ламса, please, your comments about the game. Спасибо. Third game on the road. A lot of traveling. I think like team played well today. I think we had energy. Like we played really good PK. And third one, team really showed some character. We were two down, so we came back to the game and overtime win. So last three games on the road and 6 points. So what else you can like hope? So I'm really satisfied today. Мы очень довольны тем, что удалось в трех выездных играх заработать 6 очков. Было совершенно непросто, потому что было очень длительное такое путешествие. Прекрасно понимали, что нас ждет сегодня сложный матч здесь, в Нур-Султане. Отмечу хорошую игру наших бригад меньшинства. У нас была хорошая энергия сегодня в матче, и мы очень рады, что сегодня одержали победу. Пожалуйста, вопросы ваши коллеги, у кого есть? Ну, вопросы мы в чат пишем или все-таки произносим? Азамат, я слышу, я же... Да, как будет? Да, хорошо, здравствуйте. Первый вопрос о дисциплине. Сегодня было 5 подряд удалений. Прокомментируйте, в чем проблема? If you words about discipline of your team, 5 in a row penalties of your team, so what do you think about it? No, I don't know. I'm satisfied how team played today. Руслан, нас слышно? Слышно. Team showed some character and we played with the good emotion and it was also a couple of easy penalties, but sometimes it goes like that, but I'm really satisfied how our PK played. Да, так в матчах бывает, достаточно простые удаления получали, но однако с тем я отмечу, что мы достаточно хорошо сегодня выглядели, мне понравилось, как команда характер проявила, как она защищалась, поэтому с этой точки зрения смотреть, то все отлично. Мы довольны нашей игрой в меньшинстве. Трех из четырех последних игр был пропущен ранний гол на старте периода. Азамат? С трактором был ранний гол, вот с Амуром во втором матче, во втором периоде на 6 секунде. И вот сегодня тоже. В чем проблема? Меня не слышно, что ли? Слышно, просто about... немного... Я их тщательно... Не знаю, почему это прерывается. Ты тоже прерываешься? А ну я вот расслышал, давай, перевожу. Ага. Еще раз, в трех из четырех последних игр был ранний гол на старте периода с Челябинском, во второй игре с Самуром во втором периоде, и вот сегодня тоже с первого броска. В чем проблема? What the problem of you with early goals of openings with versus Traktor versus Amur in second period today versus Paris? So what's the problem? Oh, hard to say because we started well today and it was I don't have any answer for that. But I think the key is even opponents scored first like today. We played road game. Still, we came back and we won the game. So, I think that's the most important thing. Сейчас сложно это объяснить, но я думаю, что ключевое и самое главное во всех этих ситуациях, что вы перечислили, что мы везде проявили характер, везде смогли отыграться. Да, вот если с трактором говорить, то мы, к сожалению, выиграли, но если говорить именно о выездных играх в этой серии, то мы везде одержали победу, несмотря на то, что нам было непросто, но мы проявили характер и выиграли. Последний вопрос от меня. Сегодня сделали камбэк. Что сказали команде во втором перерыве? Что изменили? Спасибо. What did you say in your team in the second intermission? Because two down was in the game. So what the words? What maybe you changed something? No, we didn't change anything. We I know all our team knew that 5-on-5 game we really can challenge opponent and we create enough chances that we just need to follow the plan and like be patient. And boys did really well today. I think we like we took one more step for the third one. And I think like when I put it together, it means that first you need to have a like a clear system how you go. But then after this one, all these things comes from inside the team. And you need to have a like a leaders who show some examples, so that's the thing. Нет, ничего особенного мы команде не говорили, мы старались придерживаться нашего плана, мы прекрасно понимали, что у нас при игре 5 на 5 будут свои возможности, свои шансы, чтобы забить гол, отыграться. Когда ты имеешь в систему
это не только это важно, но важно, как команда, система реагирует, и как лидеры себя внутри этой системы проявляют. Сегодня у нас были хорошие примеры, только команда себя проявила изнутри, и за счет этого мы сегодня сумели отыграться и выиграть матч. Что ты пропал, Юра? Меня слышно? 1, 2, 3. Слышно еще раз. Уже вроде все перед. Еще раз повторить? Еще раз. Давайте еще раз помедленнее. Да-да. Мы ничего не меняли. Мы прекрасно понимали, что при игре 5 на 5, если мы будем придерживаться нашего плана игры, то у нас будут шансы, чтобы отыграться и выиграть встречу. Здесь самое главное, чтобы, несмотря на систему, внутри команды появились лидеры, и они сегодня были, они себя сегодня проявили, и благодаря этому мы смогли выиграть сегодняшний непростой матч. Слышно? Да, слышно. Есть ли еще вопросы? У меня все. Если все, тогда спасибо большое. Олег, позволю небольшое замечание. По каким-то причинам конференция в Zoom идет с небольшой задержкой. Вас всех прекрасно слышно, но для того, чтобы появился звук, какое-то время требуется. Ждем подключения Юрия Владимировича Михайлиса. Спасибо. Коллеги, с нами наставник Бориса Юрий Владимирович Михайлис. Юрий Владимирович, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшему матчу. Ну, скажем так, хорошие два периода были с нашей стороны. Мы очень здорово играли и в обороне, и в атаке. Много моментов создали. Было очень много большинства, но мы выиграли за третий период. Мы провалили, вступали в движение, борьбу проигрывали. Соперник нас наказал. Спасибо. Спасибо, коллеги, пожалуйста. Артур, ваш вопрос. Юрий Владимирович, мой вопрос касательно третьего периода. Что не получилось и почему, по-вашему, такой результат итоговый? Я же сказал, что мы проиграли движение, проиграли борьбу. Если так. первые два периода мы везде успевали за соперником. Соперник немного добавил в третьем периоде. Или где-то усталость какая-то была. Может быть, концентрацию потеряли. Будем разбираться. Спасибо. И еще вопрос. После достаточно длительного перерыва Егор Шалапов сегодня сыграл полный матч. Как вы оцениваете его игру? Ну, скажем так, сыграл удовлетворительно, да, там были мелкие ошибки. Спасибо. Артур, спасибо. Жанар, ваш вопрос. Жанар. Коллеги, может быть, кто-то еще хочет задать вопрос? Жанар. Здравствуйте. Здравствуйте. Видно, слышно? Да. Юрий Владимирович, Жанар Сердальный, Boys News KZ. Юрий Владимирович, 2,5 периода была идеальная игра, второй период вообще был шикарный, да, то есть гости заходили буквально там, можно по пальцам пересчитать их вход в нашу зону и так далее, но потом вот, как говорится, просели. Как вы считаете, может быть, еще и физика немножко подвела? Есть такое? Ну, скорее всего, может быть, потому что, у нас сейчас 11 игр через день, и очень тяжело восстанавливаться. Мы практически не играем одним тем же составом. Парни, большая нагрузка на них ложится. Понятно. Юрий Владимирович, как всегда, традиционно вопросы от болельщиков. Позвольте спросить, да, мы вторую игру подряд не видим Линту Ниеми в составе. Что с Алексом? Ну, он тренируется, и, скорее всего, на следующую игру будет уже играть. Понятно. Ортио переведем в список травмированных вратарей. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, но тем не менее, спасибо. Да, как говорится, рубежи вратарей остаются у нас, как бы, ну, немножко там вопросы остаются, да, вот, и в связи с этим болельщики спрашивают, будет ли возможность сыграть, увидеть в деле Кудрявцева или Каратаева, либо будет Карлсон до упора? Ну, нет, конечно, он уже не робот, он человек, и, скорее всего, где-то мы дадим ему отдохнуть. Хорошо. И еще можно вопрос уже касаемо предстоящего турнира. Олимпийская сборная России назвала свой состав. Когда вы планируете примерно назвать, да, кто будет играть в основной сборной, кто будет играть во второй сборной? Ну, в ближайшее время мы уже играем. Хорошо, спасибо, успехов. Юрий Владимирович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос, да, Салават достаточно много удалял сегодня, ну, то есть 5 удалений. Что же, может быть, с меньшинством Салавата так хорошо, или с нашим большинством, или 2-0? Как бы понятно, что с Салаватом 2-0 – это некомфортный счет. Нет, скажем так, Салават сегодня очень хорошо оборонялся. Мы посмотрели видео, были у них ошибки, которых мы должны были сегодня наказывать. Но сегодня они очень здорово где-то прессинговали нашу пятерку и где-то активно шли. И, скорее всего, что-то у нас не получилось где-то большинство выводить на последние передачи, точно последние передачи на бросок, вот этого не было. Ну и потери, конечно, в средней зоне мы не могли. Салат очень здорово сыграл на синей линии, в средней зоне. Так что будем работать над этим. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Юрий Владимирович, спасибо, мы закончили. До свидания. Коллеги, через некоторое время вернемся в раздевалку гостей. Насколько подсказывают наши друзья из Уфы, свои комментарии готовится дать защитник Александр Алексеев. Александр Алексеев с нами, пожалуйста. Я забил вертами, да, я говорил. Здравствуйте. Ваш комментарий по игре для начала. Ну, игра такая немного получилась скомканная. Три тяжелые, во-первых, игры были. Сам уровень тяжело было, во-первых. Потом здесь Абары сразу побежали, и мы не сложили руки, продолжили играть. В третьем периоде вырвали игру. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, здравствуйте. Азамат Шелуков, Медиакрасеть. Ну, давайте для начала про самое интересное, про вашу шайбу в овертайме. Прокомментируйте, как все сложилось, как обыграли вратаря соперника. Да, блин, Мани классно отдал, я считаю, что в ноль там уже что оставалось, переиграть вратаря. Там сходил уже пару раз у меня, но ничего, разобрался сегодня неплохо. Игра в меньшинстве одной из ключевых сегодня? Ну, я считаю, да, что меньшинство очень хорошо себя показало. Мешала ли усталость в начале матча? У Салата было 9 бросков в створ всего за 2 периода. Да я не считаю, что была какая-то усталость, просто где-то, ну, и Борис просто хорошо сыграл, и ну, в защите хорошо играли. Не было же, что никакой усталости. Томми Лампса говорил о системе, как об одной из составляющих успеха сегодня, говорил, что особо ничего не меняли после второго периода. Можно сказать, гнули свою линию. Можете ли вы в двух словах описать, а в чем, собственно, система состоит игры Салават Юлаева? Ну, как говорится, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке. Поэтому это секрет. Ладно. Таблицу часто проверяете в последнее время, как там соседи играют? Ну, конечно, да. Часто наблюдаю за ним. У вас как с контрактом? У вас он заканчивается в апреле. Планируете ли, есть ли уже обсуждение о продлении, либо уже железно Вашингтон? Да я даже не знаю. Я повторяюсь вообще, как обычно говорю, то, что я живу сейчас, а что будет дальше, посмотрим, живем и видим. Это вам приходится сейчас повторять, потому что вы интервью часто даете. Ну, что есть, то есть. Ладно, спасибо. У меня все. До свидания. Коллеги, будут ли еще вопросы? Александр, спасибо, мы закончили. Спасибо большое. Коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ваше позволение. Да, поехали. До свидания, спасибо большое. Хорошей дороги. Коллеги, Егор Шалапов пока проходит необходимые медицинские процедуры. Свои комментарии любезно согласился дать нападающий Бориса Кирилл Панюков. Кирилл, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшему матчу. Такая плотная игра, агрессивная. Много силовой борьбы, много голевых моментов, много большинства у нас было. К сожалению, не смогли его реализовать. В третьем периоде, конечно, пропустили 2 гола. Обидно, очень обидно, что проиграли игру. И 2 периода контролировали ее, и в третьем так вот, такие вот как бы допустили ошибки. Но ничего страшного, это хоккей, это игра. Двигаемся дальше и остаемся на позитиве. Спасибо, Кирилл. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Кирилл, привет. С очередной шайбой, насколько я помню, Салават тут тоже забивал в прошлый раз. Благодарю за
Поздравления, да, забил. Да, ну, как ты отметил, действительно, 2,5 периода контролировали игру, но вот знаем, что Салават в концовке может быть опасен, да, на собственном примере. Как так случилось, что эти 2 шайбы были пропущены? Все-таки 2-0 – это не тот счет, чтобы расслабляться? Так? Никакого расслабления не было. Там тоже играют люди, которые хотят выиграть ту же игру и напрягаются в каждой смене. Так бывает. И я говорю, надо взять с собой как бы самые хорошие моменты, позитивные, и двигаться с ними и дальше вперед. Все будет прекрасно и все будет хорошо. А по твоей шайбе там была такая, скажем, передача, да, через все поле практически от Джесси. То есть в этот момент нужно было не потеряться, просто бросить, да? Ну да, там я смотрел, у них пересменка шла, и Джесс просто, как бы, я думал, он обычную передачу даст, он через верх начал ее отдавать, принял, посмотрел, что хотел передачу отдать Филу, но посмотрел, что его начали перекрывать, и просто бросил под защитника. Угу. И да, мы спрашивали тренера по большинству, неужели Салават настолько силен в игре неравных составах, что не получалось никак добить? Да, я так не могу сказать, но как вы видели, что много-много у нас было моментов голевых, просто не хватало где-то чуть-чуть везения, фарта, удачи, где-то, может, хладнокровия на завершении. Будем тренировать это, будем над этим работать, и все придет. Да, и следующий матч сейчас играете через день. Чувствуется ли это, не знаю, напряжение, опять же, эмоциональное и физическое ощущение? Ну, это нелегко, конечно, чувствуется это, но мы стараемся, восстанавливаемся, готовимся. После каждой игры делаем упражнения и, ну, в общем, стараемся, конечно, восстанавливаться и готовиться от игры к игре, чтобы чувствовать себя и эмоционально, и физически на таком хорошем состоянии, хорошем уровне. И как раз в этот период сейчас играете с прямыми конкурентами именно по конференции и даже по дивизиону. Следующий матч с автомобилистом. Сейчас команда на 6-м месте. И пускай вы говорите, что не смотрите в таблицу, но все-таки это тоже сейчас, в этом этапе, очень важные матчи. Что скажешь по следующей игре, или если не думали о соперниках? Да, каждый матч важен. И, конечно же, мы понимаем, что играем со своими конкурентами. Необходимо каждую игру выходить, выкладываться, работать. И результат будет, результат придет. Главное – верить в него и оставаться, брать с собой только хорошее. Вот, например, я разговаривала с тренером Салавата. Они хотят забраться на 2-ю строчку, имеют все шансы в конференции. Есть ли такие разговоры у вас в команде, чтобы все-таки приблизиться к 4-ке, потому что по очкам это вполне реализуемо? Надо просто концентрироваться на каждой игре. Нет таких разговоров. И просто нужно выходить и делать то, что мы умеем. Угу. Хорошо. Я все равно не верю в то, что вы не смотрите таблицу. Ну ладно, спасибо. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Олег, будут ли еще вопросы? Спасибо, Кирилл. Мы закончили. Через некоторое время вернемся в раздевалку хозяев. Олег, Егор Шалапов с нами на связи. Егор, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшему матчу. Хорошо играли 2 периода. В третьем соперник Срезан добавил. Мы стали проигрывать Бенгу. Где-то, возможно, им повезло со скоками. То есть, ну, один из переиграл третий период. И дальше в овертайме уже сам все видел, что в овертайме это больше затерянно, чем игра, скажем. Спасибо, коллеги. Будут ли вопросы к Егору? Да, Егор, если честно, вообще не было слышно. Ну, как бы, в смысле, очень... Денис, тебя было слышно? Да. Ну, не... Хорошо, Егор, если не сложно, погромче. Хорошо. Хорошо играли 2 периода. Вышли на третий, такие же заряженные. Соперник серьезно добавил. Мы стали совершать ошибки. Соперник нас так давил, что мы были вынуждены ошибаться, так скажем. От этого соперник сравнил счет. В овертайме проиграли. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Да, Егор, один вопрос. Давно не видели вас в составе.
скажем так, с возвращением, как ощущение, как играть с партнером? Спасибо. Да, без разницы, с каким партнером играть. Ну, вообще по игре, конечно, привыкаешь, несколько смен, немножко головного внимания, потому что долго не играл. А так, ну, буду вкатываться. Все, спасибо. У меня все. Коллеги, будут ли еще вопросы? Спасибо, Егор, мы закончили. А, стоп. Жанар. Да. Ага. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. С возвращением в состав. Егор, вы сегодня были заявлены в стартовом составе вместе с Хеттерингтом, но по ходу игры Хеттерингтон чаще выходил Дилан с Блейкером, нежели с вами. В чем там была причина? Можете подсказать? Нет, мы весь матч играли с Диланом только в конце третьего периода. Там, погромче, пожалуйста, извините, вас слышно плохо. Мы весь матч играли с Диланом в паре, но только, получается, в третьем периоде, там минуты за три до конца, перешли на две пары. То есть я уже в концовке не играл. Угу, понятно. Как вы думаете, а в Борисе есть проблема с хорошими защитниками? Дефицит существует, на ваш взгляд? Что значит дефицит защитников? Дефицит хороших защитников есть, на ваш взгляд? Или все в порядке с линией обороны, это просто соперник такой сильный? Я сейчас не знаю, как ответить на этот вопрос. Все защитники стараются, работают, и то, что соперник нас переигрывает, ну, это хоккей, это игра. То есть я ничего больше не могу сказать. И точно так же и соперник ошибается в защите. Понятно. А Егор, еще один такой вопрос, позвольте, да, когда команда наша выигрывает, да, мы получаем видео из раздевалки, там аплодисменты, поздравления и так далее. Если это не секрет, когда команда проигрывает, что говорит главный тренер? Вот, например, сегодня Юрий Владимирович что сказал, первые слова какие были, и вообще, что друг другу сказали игроки сами? Ну, тренер говорит по игре, что, чего нам не хватило, над чем работать. Ребята, конечно же, между собой общаются, что могли сделать лучше, как могли забить гол или не пропустить. Все мелкие нюансы. Хорошо, спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо, коллеги. Егор, мы закончили. Спасибо. Итак, послезавтра Борис завершит домашнюю серию матчей с автомобилистом. Еще раз всем спасибо, кто участвует в наших пресс-конференциях, задает вопросы. До новых встреч!